Так вот, эти агенты сформировали высшие органы власти Советской России в ЦИК, Совет народных комиссаров, НКВД, ВЧК и ДР. НКВД, ВЧК и ДР. Блин, сразу видно, профессура пишет. Блин, внимание к деталям. НКВД, короче, сформировали. Они сразу его сформировали. А чего они сразу отказались эти кредиты-то Западу платить? Это какие-то не очень хорошие агенты. А, так вот, у этих людей была одна особенность. Учит нас профессор из МГУ. Так что слушайте, все необразованные быдло. Слушайте сюда. У этих людей, которые НКВД сформировали, была одна особенность. На генетическом и религиозном уровне, они ненавидели Россию и русских. И ссылка на Клёсова. Клёсов АА. Славяне, кавказцы и евреи с точки зрения ДНК генеалогии. Вот такому учат в МГУ. Кто за обучение заплатил круглую сумму, всем привет. Хорош. Не зря деньги потратили.